составь прекрасный план, умом своим блесни, составь другой, а толку-то ни-ни. The London underworld in the 1920s, as portrayed in Bertolt Brecht's The Threepenny Opera, is brought to life on a Moscow stage. In Russia, this tale of gangsters, violence and dirty money seems uncannily contemporary. We've all seen this news footage. In 2005, this man, Mikhail Khodorkovsky, was charged with robbing the Russian state of millions of rubles while he was in charge of Yukos, Russia's largest oil company. He's one of the oligarchs, as the Russians call their richest capitalists. But today, he's a pariah. The fall of the oligarchs was as sudden as their rise. We met and filmed these men over several years. In the 1990s, after the fall of communism, Mikhail Chernoy seized control of Russian aluminium. Для умных, инициативных людей на самом деле было такое время. И кто быстрее всех перестроился, то поймал жар птицу. И одними из тех, кто это был, это были мы. Kuczynski, a former theater director who became a banker before taking control of Russia's emerging commercial television business. Скажу такую вещь очень циничную. Общество можно разделить на две части людей. Маленькую часть, которая всегда беспокойна, которая всегда дискомфортна, которая всегда что-то ищет и что-то делает, что-то создает в любой сфере. Вторая часть, которая честно, по-настоящему, профессионально и качественно выполняет свою работу. То есть как бы заказчики и исполнители. Berezovsky, who built himself an economic empire which straddled the worlds of business and politics. Я никогда не отрицал, что самые эффективные инвестиции, которые мог себе позволить человек, у которого есть деньги в России, это инвестиции в политику. Я никогда не пытался казаться альтруистом. Это правда. The oligarchs had snatched up state property, becoming immensely rich in the process. Now they wanted power, all of it. The 1996 presidential elections provided an undreamed-of opportunity. The oligarchs gave Yeltsin the chance to take his own political destiny in hand. Sitting at the end of the table, sporting a mustache at the time, was Khodorkovsky. They were all there, officially united for the first time behind Yeltsin, ready to organize and finance his election campaign. Речь пошла чудесно. О чем речь шла? What Berezovsky didn't say was that from this point on, the oligarchs took complete control of Yeltsin's campaign. The oligarchs and the president were henceforth bound to each other by mutual commitment. Мне очень нравилось то, что делал Борис Николаевич, то, что делала его команда молодых реформаторов. Как они говорили, то, что они думали. Я уговорил своих партнеров, брата своего, уговорил участвовать в этом. Это много стоило и денег, целые эшелоны уходили, агитационные. Спортсменов нанимали, артистов спонсировали. As the campaign got underway, several of Yeltsin's opponents had better ratings. In particular, the nationalist, Zhirinovsky, and the communist, Zyuganov. They, however, had no access to the media. Я Говорухин, наш известный режиссер, горячий, член нашей фракции, приезжали на Первый канал телевидения. У меня по закону было 15 минут времени. И нас не пустили в эфир, перекрыли все каналы. Мы на частном канале заплатили деньги, пытались выйти, но и он был тут же перекрыт. After a while, all the money spent on the campaign started to pay off.
за вас. Объясню почему. Спасибо. Потому что, хоть вы и делали ошибки, но вы думаете о благе России. Только. Потратил много денег на предвыборную кампанию Ельцина, поддерживая работу ОРТ, которая была одним из основных политических, была одним из основных политических инструментов победы Ельцина на выборах. Мы не могли абстрактно, академически, как корреспондент BBC, наблюдать за тем, что происходит в Руанде, в Чаде, как вот они там, как племена между собой воюют. Мы часть этих племен. Мы выступали в роли партийных журналистов. Мы участвовали в политической борьбе на одной из сторон. Обвинениями в адрес журналистов, необъективных, в адрес того, что средства массовой информации были управляемы. Вы знаете, я вам эти все упреки могу сказать только одно. Да, управляемы, да, необъективны, но в рамках демократического процесса. Скажите, эта поддержка президента была моральная и материальная? В рамках закона и такая, и такая. Ельцин began to enjoy himself. Thanks to the oligarchs, he was increasingly in tune with the voters. By the end of June 1996, Yeltsin was facing Zhuganov in the second round. The oligarchs had fulfilled their mission. It was their turn now to take things in hand, and they demanded the sacking of Kozhakov and his team as a clear signal to the voters. Yeltsin eventually gave in, but not without reluctance. Целях усиления, как я вам говорил, обновления команды. Вот. Освобождается первый зам председателя правительства Сосковец, начальник ФСБ Барсуков, начальник службы безопасности президента Коржаков. Бегите скорее. И вот представьте, перед выборами первое лицо России сказало, она сменила все силовые ведомства, у него никого не осталось. Он как бы поставил свою силу в угол и сказал, граждане России, если вы меня выберете, я буду вашим президентом. А если вы не меня выиграете, а выберете красных, ну как бы каждый народ заслуживает своего правительства, сказал президент. Он не оставил себе шанса попытаться остаться силой у власти. Это, конечно, грандиозный шаг. Я думаю, что историки когда-нибудь это оценят. Вот, поэтому я очень уважаю Ельцина. It was now up to the Russian people to decide. It was more or less a foregone conclusion. Я очень хорошо запомнил утро. Утро 3 июля 1996 года мы сидели в офисе Лагаваза на террасе, и мы уже получали информацию с Дальнего Востока. И результаты, те, которые мы получили с Дальнего Востока, однозначно свидетельствовали, что Ельцин победит. Я в то время пил коньяк. У меня разные периоды в жизни бывают. Вот сейчас я пью только красное вино. Мы налили коньяк, были хрустальные рюмки. Я абсолютно не мистик, вообще не верю в мистическое, хотя вся моя судьба сплошная мистика, сплошная мистика. Чокнулись, выпили. Я поставил рюмку на стол и обнаружил, что, что сам бокал, сама верхняя часть рюмки просто рассыпалась. Вот на мелкие кусочки, их даже не было, в пыль. Осталась только ножка. Машев мне сказал, что я думаю, все-таки мы победим, но следующие 4 года мы будем харкать кровью. Что оказалось совершенно точным прогнозом.
The oligarchs had succeeded. They could now blend into the crowd of celebrities invited to the presidential oath-taking. Yeltsin had won. But it was not so much his triumph as that of the oligarchs. They were all there. Gusinski, Chelsea Football Club's future owner Abramovich, Berezovsky. Almost immediately after the festivities, Yeltsin went into hospital, where he spent much of his second term in office. It was just what the oligarchs wanted, the chance to run the country as they saw fit. One of their first moves was to appoint one of their own, Vladimir Potanin, both Minister of Economy and Deputy Prime Minister. И понимая огромный опыт Потанина в бизнесе, это было как бы вот решением и предложением Потанину даже. Володя, пойди туда, ты сможешь, у тебя достаточно энергии. And when they didn't appoint members of government from their own ranks, they made quite clear who was in charge. Влияние вот людей, которых вы назвали олигархами, я почувствовал на себе в 96 году. После назначения вице-премьером и министром финансов. Сейчас я могу сказать только по своему обыкновению. Никогда, я никогда не называю фамилии. Просто у каждого свои причуды. Я и сейчас их не назову. Но меня пригласили. Пригласили. И все сказали. Их было, я не помню, человек, может, 8-9 в одном из крупнейших банков. Все собрались. Вот. И один из них мне сказал прямо, говорит, это мы поставили Ельцина, это наша страна, и вы будете делать то, что мы вам скажем. Я стал спрашивать, а что вам надо? Вот. Что вы от меня хотите? Они мне представили список требований, включая согласование с ними всех решений, включая кадровые назначения в министерстве, без них ни шагу и так далее, и так далее. Ну вот. Я спросил, говорю, а что будет, если я не сделаю? Тогда ты не будешь министром финансов. The oligarchs, now in power, were inclined to serve the interests of their own little club, which made things difficult for the others, even major economic players. Мы участвовали в то время в аукционе по норильскому никелю и предложили ровно в два раза больше, чем предложили конкуренты. Но, к сожалению, было принято решение. Наш пакет выбросили с аукциона, а выбор пал на другую компанию. Мы так поняли, что банки между собой договорились, что каждому достанется какой-то кусок. Действительно, по тем соглашениям, которые вырабатывались в течение многих лет, те люди, которые как бы взяли на себя большие риски, имели преимущество в приватизации тех или иных крупных секторов экономики. Это неправильно. Я полностью с этим согласен. Но это была договоренность. А спор был из-за того, что я ему сказал, смотри, я не понимаю, почему вы нас выключили из списков, кому что-то должны были тоже предоставить. Я говорю, вот это я не понимаю, чем мы вам мешали? Ну, дали бы нам тоже какой-то кусок. Я думаю... Я говорю, не все же надо было разделить. Пирог-то огромный в России. На восьмерых-то мало. Не показалось бы. To gain even more influence, Berezovsky pulled off an audacious coup when he became deputy head of the Kremlin's security committee. Wearing Korsakov's boots, but a size larger,
He was now as close to the president as anyone could be. He was at his zenith. His personal interests and those of the state were one and the same. He was now part of what at one time was called the family, the president's family. Слово «семья» я совсем недавно предложил произносить открыто, не в кавычках, с большой буквы, как семья великого реформатора и либерала России, президента Ельцина. The key to Berezovsky's success had been his access to political power. But sidelining his opponents certainly helped too. This was the era of the TV killers, celebrity journalists who could destroy reputations. Berezovsky learned how to use them to his own ends. Ну, у меня репутация жуткая, висельника абсолютного, вы знаете. Вот, значит, и, но все-таки они думают, что если я что-то скажу, то это возможно согласовано с Березовским. Что-то да, что-то нет. Мне предлагал Гусинский, мне предлагал Березовский. Оба вышли с очень солидными предложениями. Я выбрал Березовского. Я думаю, что если он, конечно, совершенно не девочка, а дуванчик, если он будет что-то поглощать, пожалуйста, для врагов, там, пожирать какие-то структуры, для него это прежде всего создание больших систем. За Борис Абрамович, которому в результате приватизации достались такие вещи, как ОРТ, Сибнефть, Аэрофлот, Логоваз, он бросает весь свой этот многообещающий бизнес и идет работать на шестерочную должность заместителя секретаря Совета Безопасности. А для чего? По две причины. Ликвидировать последствия прежнего бизнеса, кровавого, и создать условия для нового, но как там маячит перспектива нефтепровода от месторождения Тенгиз, там, Каспийский шельф через Чечню на Новороссийск, это же инвестиции. Это колоссальные деньги. General Liebed clearly had in mind serious allegations about the way Berezovsky mixed business and government issues. His first concern was the situation in Chechnya. Liebed, who died in 2002 in circumstances that are less than clear, was reaching a settlement in Chechnya, supposedly under Berezovsky's leadership. Когда я завершал регулирование чеченского конфликта, и ко мне примчался Борис Абрамович, начал меня стращать. Я деразваливаю Россию, я поощряю сепаратизм. Смотрите, я не стращаюсь. То он буквально взвыл, что вы делаете, какой вы бизнес развалили. Ну, стреляли там, ну, убивают там. Ну, всегда стреляли и убивали, а бизнес-то какой. Now that the business community was in control of the government, Chubais, the man the oligarchs had chosen to represent them, wanted to start a new phase. The first test of his new power and determination was to organize privatization in a fairer way. Sviazinvest, a huge and powerful telephone conglomerate, was up for grabs. Who was going to get it, and under what conditions? I said in the beginning, Владимир Александрович, дорогой, очень хорошо то, что ты делаешь. Только все равно будет тендер, будет реальный тендер. Заплатишь на рубль больше – получишь. Заплатишь на рубль меньше – не получишь. И говорит, да-да, конечно, конечно, мы понимаем, все нормально, все в порядке, не волнуйся, все так, так и случится. В один прекрасный день Анатолий Борисович, по-видимому, проснулся в хорошем настроении и решил, что теперь бизнес будет вот с этого дня бизнес будет устроен в России, будет работать по другим правилам. Не по тем, который работал до этого, да? Уродливые, неправильные во многом, но сложившиеся. Я отдыхал у своего друга во Франции в отпуске на недельку. Приезд ко мне Березовского, Гусинского и еще одного человека, которые, собственно, приехали ко мне с простой посылкой. Борисович, ну вот раз уж вы вот такой вот упрямый, раз уж ну никак вас не уговорить,
Ладно, бог с вами. Мы договорились. Связь Инвест мы готовы отдать Потанину. Но вот следующий тендер, на котором будет большой объект, давайте договоримся. Будет у нас. Гусинский was interviewed on the radio about this encounter. Вы летали с Березовским и Потанином к Чубайсу во Францию? Летал. Можете объяснить, зачем? Мне активно не рекомендовали говорить правду. Я летал поужинать. Это шутки, конечно. Значит, мы летали туда. Я могу отвечать только за себя. Вопрос ведь на самом деле касался не конкретного конкурса, а касался вообще принципиально правил игры. Правил игры на рынке. Но после этого была довольно бурная дискуссия. И завершилась словами Бориса Абрамовича. Он сказал так: «Ты, Борис, вы же умный человек. Вы же понимаете, что мы вас уничтожим». Я сказал: «Успеха вам, Борис Абрамович». И проводил их обратно на яхту, на которой они отчалили назад. Чубайс, the friend, had become Чубайс, the enemy. In the same way that the media had been used against the communists during the election campaign, the media and the state apparatus would now come together to put pressure on Чубайс. Реально, Березовский и Гусинский работал в абсолютном взаимодействии со спецслужбами, и прежде всего с Министерством внутренних дел. Реально была довольно смешная ситуация, когда я приходил на работу осенью 97 года. А мой коллега, другой зампред правительства, министр внутренних дел, собирал совещание о ходе ведения уголовного дела против Чубайса. При том, что каждый вечер перед этим Березовский передавал ему свежие свои данные. Соответственно, министр внутренних дел, проводя совещание, ставил задачи по очередным обыскам, допросам, слежке, прослушке, собирая данные, передавал их в руки Березовскому. Вечером, включая телевизионные новости по каналу Березовского, я мог видеть свежие данные моих телефонных разговоров или проведенных мной совещаний за этот день, которые из Министерства внутренних дел поступали к Березовскому на телевидение. The first objective of the media war was to destroy the enemy's reputation. This required a new kind of weaponry. Значит, вот был еще изготовлен такой календарь, где политики, скажем так, находятся в разных таких вот ситуациях весьма пикантных. Вот Коржаков, Чубайс. И был, значит, плакат вот для политиков, где сказано, что лучший способ как бы уничтожить своего политического противника – это сделать на него компромат. И, значит, список услуг, изготовление государственных документов, аналитических записок, материалы в зарубежных изданиях, фотографии, аудио, видеозаписи. Я участвовал в информационной войне против Чубайса и компании. Как вы знаете, эта война была выиграна. Чубайс's attempt to arbitrate between the various interests in the Russian business community had failed. Once again, he was forced to resign. With all these disputes between the oligarchs and the government, the country was producing nothing, and the coffers were empty. On the 18th of August 1998, the government announced that it was unable to pay its debts, and the banks refused to pay out money to their depositors. Once again, the people had lost everything. Я помню прекрасно это время по дням, самое трагичное время в моей жизни. Я чувствовал, что что-то произойдет. Я написал президенту письмо, причем отчаянное совершенно. Я отлично помню этот день. Вот. И мне позвонил руководитель администрации, сказал, что 17-го Борис Николаевич назначил тебе встречу без ограничения времени. 17-го это был понедельник. И утром 17 августа, когда я пришел на работу, у нас оперативки по понедельникам,
А мне говорят, я говорю, когда к Ельцину? Говорит, уже не надо. Мы вчера тут съехали, все уже решили. It was as if the state had lost its compass. Every few months a new prime minister would appear and then disappear. Among them was Igor Primakov, a former intelligence apparatchnik. His appointment heralded in an era in which the oligarchs started falling out of favor. Berezovsky became the government's new target and ended up the subject of a legal investigation. Когда он был олигархом номер один и наиболее близок к Ельцину, с ним было очень трудно бороться. Я возбудил эти дела, я принимал решение об аресте Березовского, и речь шла о использовании денег Аэрофлота, которые концентрировались на счетах, значит, этих фирм и выводились из России. Searches, raids, seizure of documents. This was the face of the new government. The Russians called the new show the Masked Ball. Berezovsky fled to France. How much of a coincidence was it when soon after Berezovsky's TV channel aired this sequence with the comment, a person similar in appearance to the public prosecutor? То, что господин Березовский к этому причастен, это 100% известно, потому что я знаю телефонные переговоры с его участием, где он четко говорил, через два дня Скуратова не будет. Березовский returned in triumph from exile, and sometime later it was the prosecutor who had to go. После того, как я был отстранен, эти дела были прекращены под влиянием, так сказать, семьи, они были прекращены. Soon after his return, Березовский got elected to parliament. It gave him a certain amount of protection from legal accountability, while providing him with an observation post from which to prepare Yeltsin's succession, something made necessary by the president's failing health. Berezovsky supported the appointment of a young prime minister, a former KGB colonel, completely unknown to the public, Vladimir Putin. В 99 году на выборах в парламенте по существу остались на сцене два олигарха. Гусинский, который поддерживал Примакова и Лужкова, и ваш покорный слуга, который поддерживал Путина. Все остальные просто отошли, и решили, мы подождем, когда выбор произойдет, а потом уже вылежим любому из них, да? So there was a new opposition, headed by Lushkov, the mayor of Moscow, and Primakov, the former prime minister. Борьба шла с этой коррумпированной системой, страшной системой, системы, которая боялась нас с Примаковым, боялась, что мы пригласим общество к пересмотру незаконной приватизации с воровством. Березовский вот организовал такую глубоко эшелонированную атаку на нас. Lushkov presented a very real danger for Putin and his supporter Березовский. He literally turned Moscow into a fortress. The people were behind him, as was a new class of entrepreneur with whom he had a long history. Президентский гипотетический рейтинг был: Ельцин 0%, Путин 2%, Лужков 16%, Примаков 32-34%. Вот. И это было начало сентября, даже середина сентября. Ровно через месяц они все сравнялись, ровно через два они поменялись местами. И Юрий Михайлович у меня, так сказать, надежно сел на 2%, и так до сих пор и сидит на них, кстати. But would the new prime minister settle for being a mere puppet of the oligarchs? Putin surprised everyone by the way he used the war in Chechnya to his own ends. Buildings were being blown up across Russia, and Putin attributed the attacks to the Chechen terrorists. We'll annihilate them, he promised. We'll chase them even into the toilets. His popularity rating skyrocketed. Russia had found its new leader. Yeltsin could now go. On the last day of 1999, he announced his early resignation. Сегодня я
последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Я сделал все, что мог. The president was going, a new one had to be elected. Действительно, я был одним из тех, кто предлагал Путину принять решение стать президентом России. Это так. Не только я, но я лично. Действительно, Путин не стремился во власть. Действительно, он с огромным трудом принимал это решение. И принял его окончательно только после того, как его попросил настойчиво об этом президент Ельцин. Добрый день. Здравствуйте. Я рад, что мои прогнозы, мое предложение, его согласие баллотироваться президенты Российской Федерации на выборах 4 июня 2000 года осуществляется успешно. After the disaster of Yeltsin's last few years, Putin took care to put across a young and energetic image. He wanted people to see him as a true leader, attractive and committed. Putin was swiftly elected. The inauguration ceremony was carefully stage managed for the TV cameras. И охранять права и свободы человека и гражданина. Was the same plot going to play itself out? At first it looked like it. Putin invited the oligarchs to the Kremlin, as Yeltsin had done before. But this time they were going to be told in front of the cameras that from now on things would be different. Вообще должен сказать, что иногда у нас очень трудно понять, где заканчивается бизнес, а где начинается государство. И где заканчивается государство, а начинается бизнес. Когда начали Путину диктовать это, что «а мы же вас привели, а мы же вас назначили», он сразу сказал: «ребят, то, что было вчера, забудьте, давайте мы, то, что у вас есть, это у вас останется, вы нормально работаете, платите налоги, сегодня новая эра». Я не считаю вообще, что Путин очень плох для России. Я думаю, что с приходом Путина произошло укрепление власти и разделение бизнеса от политики. A few months later, Putin wanted all accounts settled immediately. Gazprom, the part state-owned company, had for a long time been providing NTV, Kuczynski's private TV channel, with credit. Now it suddenly demanded full reimbursement of its loans. Clearly, Putin, like Yeltsin before him, didn't appreciate the way NTV was covering the war in Chechnya. Проблема это, конечно, личный конфликт между Гусинским и Путиным. Большая личная неприязнь. У Гусинского, конечно, язык без костей. Он может брякнуть, что вот там Путин военный преступник, бомбит Чечню. Но какому действующему президенту понравится, когда его человек, который находится в сфере его влияния, называет военным преступником? Kuczynski, who only a short time before had been a powerful oligarch, found himself behind bars. But not for long. Once he had turned over his shares, he was released. He immediately fled to Spain. Когда Путин стал президентом, и когда я стал ему оппонировать в целом ряде принципиальных действий, которые он осуществлял, он воспринял это как измену ему. И он даже приводил мне такой аргумент: ты же сам меня просил, чтобы я стал президентом.
На что мне оставалось отвечать только одно. Я же просил его не за красивые глаза, а потому что считал, что он разделяет те же идеи, которые разделяю я. Путина это оскорбило лично. У меня был с ним после этого разговор. Было принято решение президентом, что я должен немедленно вернуть свои акции государству. Я с этим не согласился и сказал, что я добровольно это делать не буду. Whether willingly or not, Berezovsky lost his shares. Since 2001, he's been living in exile in London. And he's the subject of several ongoing criminal investigations. Yes. Борис Березовский, это кто? Это... Он что, он все время говорит, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Не Путин ушел от меня, а я ушел от Путина. Это очень важно. Для меня важно. Это был мой сознательный выбор. Мой парень снова влип в дурные дела. Подрался, наглотался какой-то мути. Он так меня достал, и я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин. Putin surprised everyone. He turned out to be a fearsome political animal with an iron fist in a velvet glove, capable of making Leninesque speeches that would floor his opponents. Убежден, эти цели, эти задачи должны решаться не только государством, а при полном осознании своей социальной ответственности всем гражданским обществом, включая и бизнес-сообщество. Я желаю вам удачи. Спасибо большое. В отличие вот от, как оказалось, проституирующего российского бизнеса, да, который присягнул Путину, хотя уже было очевидно, что Путин доберется до каждого, в том числе бизнесмена, потому что Путин ведь по существу воюет с любым независимым человеком. И неважно, кто он, политик, журналист или бизнесмен. Просто последовательность была совершенно очевидна. Сначала он расправился с независимыми политиками, потом он расправился с независимыми журналистами, то есть с независимыми средствами массовой информации, и, наконец, подобрался к независимым деньгам. Потому что, безусловно, как ты можешь контролировать, как ты можешь создавать вертикаль власти, если ты даже контролируешь политиков, даже контролируешь средства массовой информации, но не контролируешь деньги. Единственная наша сила, так было и будет всегда. The president's party got a ruling majority in parliament in 2003. Весь 2004 год система существовала как авторитарная. То есть она уже все сделала, как она хотела. У нее нет парламента, у нее нет прессы, у нее нет политиков никаких, у нее нет непокорного бизнеса. Ну вообще все. Есть один человек и прогноз погоды. Больше ничего. So what of the power of the oligarchs? Today it's the authorities who decide who gets the choicest morsels. This is Oleg Deripaska, a former partner of Chernoy. He now owns the shares in Russian aluminium that used to belong to Chernoy. Для тех людей, которые остались в этом бизнесе, я лишний, они уже достигли какой-то большой вершины, и, может быть, на самом деле я балласт для них. Поэтому я принял для себя решение уйти не только из алюминиевого бизнеса, из России, но и из многих других крупных бизнесов, где я присутствовал. Это из энергетического бизнеса, из других металлургических бизнесов, из машиностроения. Единственное, что осталось у меня, перерасчет с господином Дерибаской, кому я продал часть бизнеса, которая принадлежала мне. Я надеюсь, что в этом году все-таки произойдут со мной полностью расчеты, и тогда я могу смело сказать, что меня нету, не существует в этом бизнесе. Гусинский, Березовский, Черной and many other oligarchs had been driven out of the country, but one still remained. He was young, energetic, ambitious, rich, in other words, a potential rival for Putin.
в Кремле стали усиленно считать деньги, ну, деньги Ходорковского. И вдруг выяснилось, что у молодого человека, которому нету 40, лично у него, вот то, что за ним абсолютно записано, вдруг в кармане оказывается 15 миллиардов долларов. А он еще при этом говорит, что он через несколько лет выйдет на пенсию. И вот там стали прикидывать, что человек с такими деньгами, с таким ресурсом, в таком возрасте, с его опытом и с его амбициями, что он будет делать, что он сможет сделать? Он же купит завтра всю Государственную Думу, прокуратуру, таможню. Все, что захочет, то и купит за эти деньги. И будет делать все, что хочет. Это просто всех сильно напугало насмерть. Вы увидите, что в институте, который считается, готовит... Ходорковский was first of all taught a lesson in public in front of the TV cameras. Для нефтегазовой. И ваша компания, допустим, у нее были проблемы с уплатой налогов, но надо отдать должное руководству компании ЮКОС. Так? Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрыла все проблемы, закрывает все проблемы с государством. Но как-то эти проблемы возникли. Может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. Понимаете? Вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу. Так? И думаю, что правильно, вот все-таки Михаил Борисович сказал, что, наверное, и бизнес-сообщество приняло участие в создании ситуации, в которой мы сегодня находимся. Но самое главное в другом, что нужно, все мы понимаем сегодня, да, что это мешает уже. Это мешает развитию страны и развитию бизнеса. Off camera, he was advised to leave the country, but when he refused, he was arrested. The arrest was conducted as if he were a dangerous terrorist, and he was thrown into prison. The whole performance served as a warning to the entire country. У меня уже был опыт, так скажем, грабежа со стороны власти. Да? В деле ЮКОСа нет ничего нового, кроме того, что это самая крупная, самая прозрачная компания российская. И то, что ее хозяина просто посадили в тюрьму. Однако никаких встреч и никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет. А как вы относитесь к делу Ходорковского? О, никак. Никак. Пускай разбираются. Нет комментариев, не знаю. Хулиган. A democratic opposition was trying to organize itself, but it was caught off balance by Putin. Should it declare its support of the mistreated oligarchs or simply ignore their fate? Should it accept their financial support? Democracy is a new idea in Russia, one that's hard to share. Я считаю, что говорить о диалоге с властью – это бессмысленно, потому что диалог… Диалог с властью ведет Ходорковский сегодня. Это тот диалог, который хочет вести власть. Диалог с властью возможен будет, когда на улицу выйдут сотни тысяч людей. Тогда эта власть будет разговаривать. От нас зависит то, чтобы оппозиция стала реальной оппозицией. А реальная оппозиция имеет одну цель – взять власть в стране. Другой цели у оппозиции никогда не бывает. Все остальные разговоры – это разговоры для бедных. Поэтому идея, что вот он остановится там, вначале думали, он остановится на Гусинском, потом думали, что он остановится на Гусинском, Березовском, потом появился Ходорковский, она совершенно неверна, потому что сегодня российский капитал бежит из России. Другое дело, что не так громко, как убежал Гусинский, не так громко, как топчет Ходорковского, не так громко, как пришлось поступить мне и попросить в Англии политическое убежище, которое мне было в конечном счете предоставлено. Но это происходит на всех уровнях.
Ниночка, спасибо большое. Очень рад, что вы обо мне помните, не забыли. Миша, огромнейший привет. И скажите ему, что, я думаю, уже достаточно скоро все произойдет, поскольку как только вот это удастся все-таки сделать то, что мы хотели сделать вполне демократическим путем через либеральную Россию. К сожалению, путь будет другой, но Миша будет на свободе. Why do those who don't work still eat, says the banner. The oligarchs gobbled up Russia for a few years, but Russia threw them out. Will Russia manage to overcome this tragic situation, in which wealth goes on creating poverty, and the government continues to suppress democracy? Дамы и господа, перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Я прощаюсь с вами, сограждане, благодарю вас за то, что вы пришли. Некоторые из вас были мне очень дороги. Меня очень удивляет, что меня предали самые близкие люди. И у каждого из них были на то свои обстоятельства. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Меня погубило роковое стечение обстоятельств. Ну что ж, я гибну. Ha 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 ha